сама обозначилась, сама произвела всю отгрузку. Латвия мне запомнилась. Я тоже думаю, Андреевна запомнилась на всю жизнь. А Белоруссии нет, не грузили. Получается, основная деятельность, официальная деятельность компании с 2020 года. А мы начали работать еще раньше. Здесь цифры, страны, все чисто. Сибирская зерновая компания. Других нет. Вообще таблица в разрезе. Дорогу поставляли. Кормовую туда? Нет, продовольственную. Ну и внук-то оказалось потом нужен, когда уже в вагоне загрузили. Пришлось есть горох. Пришлось есть